Около 700 тысяч тенге может получить штрафа родитель или же арест на 1,5 месяца. Более того, лишение родительских прав, если примут новый закон в Сенате. Об этом более подробно сейчас расскажет Эвелина Мадзигон, которая является руководителем алматинского филиала Казахстанского союза родителей. Эвелина, расскажите, пожалуйста, что за закон? На сегодняшний день в Мажилисе уже одобрены законопроекты, где статью побои и статью умышленное причинение легкого вреда здоровью хотят перевести из административного кодекса в уголовный. Исходя из диспозиции статьи, побои не влекут появление гематом или вреда здоровью. Так. И, в принципе, может быть, даже невозможно доказать, были ли они вообще. И тогда за что такое суровое наказание? То есть родители могут оштрафовать на такую крупную сумму, 700 тысяч тенге, посадить на 1,5 месяца, А да? возможно, ничего и не было. А также и вообще лишить прав же еще могут, да? Интересно, что думают подписчики о сна покажет Кокшавидеограмм Казахстанского союза родителей. Пишите ваше мнение в комментариях и обязательно распространяйте данное видео, чтобы все родители Казахстана узнали об этом законе и вообще ответили, нужен ли казахстанским семьям данный, наверное, антисемейный закон.